Еременко, какая ошибка. Него-то последнего можно было ожидать. Цауня поставил корпус. Хонда просит мяч, получает Муса, выход к воротам. Можно забивать второй. 2-0 в пользу ЦСКА. Муса опять забивает. И в своем стиле нашел-таки ЦСКА шанс. Нащупал ошибку. И Ахмед Муса уже пятый гол свой забивает. Слушай, ну так Думбия вернется, еще придется отвоевать место в составе. Да, на лавочке будет. Да. Вот, смотрите, Цауня, Хонда в офсайде. Вообще шаг-то он к мячу сделал. Теоретически его офсайд можно трактовать не как пассивный. С другой стороны, можно это расценить и как попытку уклониться от эпизода. Мусат находился в правильном положении. Нет, все-таки, пожалуй, пассивный был у Хонда офсайд. Не извлекал он выгоды из своего положения. Получается, Цауня сделал голевую передачу. Цауню, да, Цауню прекрасный пас сделал, и Муса здесь уж...